Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Напутствие Иисуса Христа 12 апостолам. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели города тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудрые, как змеи, и просты, как голуби». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.